Тольяттинец Дмитрий Павлов и его напарник Максим Ионов из Москвы – стабильные участники решающих стадий всех внутрироссийских турниров по пляжному теннису. В рейтинге занимают второе место, уступают лишь паре Николая Гурьева и Ивана Сырова, которому проиграли в финалах двух этапов Кубка России, зато смогли взять реванш на других соревнованиях. Как отмечает Дмитрий, то, что они с напарником живут в разных городах, к турнирам готовиться не мешает. Это совсем не сложно. Какой будет ближайший турнир, приезжаешь за неделю на базу напарника своего и неделю тренируешься, ходишь на тренировку, готовишься к турнирам. Две сильнейшие пары России сошлись и в финале мужского разряда самарского этапа Кубка России. В двух других разрядах, женском и смешанном, медали также разыгрывали лидеры российского рейтинга, которые не упускают возможности доказать свою силу среди лучших спортсменов. Пляжный теннис – достаточно молодой вид спорта. Ну, дисциплина, будем так говорить. Поэтому на каждый турнир стараются приехать все сильнейшие игроки. Кроме всего прочего, Кубок России для привлечения сильнейшего состава. Это все этапы Кубка России проводятся с призовым фондом. Поэтому все сильнейшие практически здесь. Но на этап в Самару спортсмены приезжают не только ради рейтинговых очков и призовых. Атлеты отмечают, что условия на самарских пляжах одни из лучших в стране. Здесь и развитая инфраструктура, и природные красоты, и возможность после игр поплавать в Волге. Даже в самые жаркие дни на песке играть комфортно. После игр его перемешивают и разравнивают. По требованиям теннисистов орошают водой. Я думаю, что такие условия, как на нашей набережной, есть не всегда и не везде. Да, поэтому мы принимаем ежегодно у себя разные уровни всероссийские соревнования. Это первенство России, которое, кстати, завершили. Только накануне начала этапа Кубка России спортсмены до 19 лет тоже соревновались на наших пляжах. Поэтому, да, наш регион выбирают как один из лучших для проведения пляжных видов спорта. В этот раз самарский песок оказался более удачным для хозяев. В каждом разряде среди победителей были представители Самарской области. В парном разряде золото забрали Дмитрий Павлов из Тольятти и Анастасия Кудинова из Самары. У женщин – пары из Тольятти – Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко. А у мужчин – петербуржец Иван Сыров и самарец Николай Гурьев – подтвердили свое звание сильнейшей пары России. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.